Я не буду долго сейчас, но я должна сказать, у меня это на душе. Я потом буду переживать, зачем же я это не сделала. Потому что то, что я хочу сказать, это по-моему, это хорошо. По-моему. Люди, извините меня за то, что в этом году я, может быть, в некоторых своих высказываниях была очень резка. Подождите, девочки, сейчас. Очень резка. Я была не права в своей форме, но по содержанию я тоже, может быть, была не права. Но я так думала, думаю и буду думать. Это мое внутреннее содержание, это мой стержень, это то, чем я жила, живу, так меня воспитали, меня так сделали. Я не хочу навязывать ничего. Вот, наверное, в этом была. То есть и СМИ промуссировали всю эту тему, как я защищала. Тут же сказали, что меня кто-то, конечно... Поверьте, мне не платят ни правительство Российской Федерации, ни Московская Патриархия. Никто ничего мне за это не платит. Просто я считаю, что трогать семью, маму, папу, детей, бабушек и дедушек, ну, близких людей, и трогать вероисповедание человека, это очень плохо. Это не должно быть. И поэтому я своей корявой речью хотела сказать такую вещь. Я знаю, что в зале присутствуют мусульмане, я знаю, что в зале присутствуют буддисты, католики, люди, представляющие разные вероисповедания. Какие вы молодцы, замечательно, вы свою веру храните, бережете и защищаете. И каждый человек должен так делать, как их воспитали родители, и быть вот в этом. Я никого никуда не призываю, но православные, давайте не давать хотя бы нас в обиду, чтобы от нас хотя бы иностранщина не вытирала свои грязные, мучие ноги. А потом говорила, что нам за это еще кто-то платит. Я прошу прощения у тех людей, кто других вероисповеданий, но вы меня должны понять. У меня есть друзья других вероисповеданий, которые говорят, я, наверное, тоже бы за свою веру обиделась, если бы так сделали. Поэтому все поняли, о чем я сказала. Все поняли. Я постараюсь в следующий раз так не выражаться. Я должна быть, я женщина, я не имею права такими словами. Но в тот момент в ухо бы дала, точно. Просто нельзя так поступать и относиться к моей родине, черт подери. Простите. Все.